Казахстан занял 11-ю строчку в рейтинге крупнейших экспортеров пшеницы в 2017 году. Наша страна наторговала на 660 миллионов 800 тысяч долларов. Доля от общемирового объема экспорта превысила 1,5%. В то же время в прошлом году Казахстан на 47% уменьшил объемы продаж пшеницы по сравнению с 2016 годом. Снижение от 20 до 50% отмечается у Франции, Германии, Австралии и США. Тем не менее, это не помешало странам войти в пятерку лидеров. Почти половину мирового экспорта пшеницы в общем объеме обеспечила Европа. Третьих поставок – США и Канада. Около 12% всей пшеницы на мировом рынке из Австралии. Более 2% поставляют страны Азии и всего 0,1% – африканский континент. На 30% возрос экспорт сельскохозяйственной продукции по итогам 7 месяцев этого года. С января по июль Казахстан поставил на мировые рынки свыше 7 миллионов тонн товаров на общую сумму 1 миллиард 600 миллионов долларов США. Это на 400 миллионов долларов больше, чем в прошлом году. Возросли объемы поставок пшеницы в 2,5 раза, ячменя, семян льна, подсолнечного масла, филе рыбы и минеральной воды. Почти в 10 раз возросла выручка от продажи сахара. Но по ряду товаров наблюдается снижение. К примеру, на 91 миллион долларов уменьшились доходы от экспорта муки, более чем на 1 миллион от поставок кондитерских изделий. Основными импортерами казахстанской сельхозпродукции являются страны Азии и Евразийского экономического союза. Наибольшую долю, 22% в общем объеме импорта, занимает Узбекистан. Около 10% – Афганистан, Россия, Иран и Китай. Менее 3% всех импортных сельхозтоваров приходится на Италию, Монголию, Польшу и Литву. Гульнара, а есть ли в планах расширение географии экспорта? Да, Рустам, для этого создаются все возможности. В частности, поддержка сферы АПК и экспортеров. Кроме того, как нам сообщили в Министерстве сельского хозяйства, планируется проведение переговоров с ветеринарными службами Израиля, Кувейта, Малайзии, Японии, Южной Кореи и стран Европейского Союза о возможности поставок казахстанской продукции. В текущем году открыты рынки КНР по говядине. Сняты барьеры по поставкам в Иран, говядины и куриных яиц. Кстати, по этой продукции Казахстан полностью обеспечил свой внутренний рынок. Так что у отечественных экспортеров есть все возможности. Станет проще вести торговлю и со странами-участницами Евразийского союза. В рамках стратегии «Цифровая железная дорога» к автоматизированной системе управления подключат все 456 казахстанских станций. Время отправки грузов по республике сократится с 11 часов до 5 минут. В пределах стран Евразийского союза – с 35 часов до 60 минут. Информационное взаимодействие уже налажено железнодорожными компаниями Азербайджана, Кыргызстана и России. С этими странами возможен свободный обмен электронными накладными. Система электронного таможенного декларирования по импортным операциям заработала с 1 апреля, а уже в августе платежи выросли на 30%, составив 196 миллиардов тенге. Ожидается, что в 2019 году к системе присоединятся Таджикистан и Узбекистан. Квартиры для учителей, врачей и полицейских станут доступнее. Для них снизится первоначальный взнос в рамках программы 7-20-25. Казахстанская ипотечная организация «Баспана» приступила к разработке новых условий. Компания уже запустила еще один продукт «Баспана Хит» в целях ипотечного кредитования объектов вторичного жилья. Первоначальный взнос должен составлять не менее 20%. Годовая ставка – базовая ставка Национального банка плюс 1,75%. Срок кредитования до 15 лет. Сейчас эта ставка составляет 11% годовых. На 18 октября этого года по программе 7-20-25 банками одобрено заявок на сумму свыше 30 миллиардов тенге. В целях исполнения поручения главы государства в недавнем послании народу Казахстана начата работа по снижению первоначального взноса программы 7-20-25 для квалифицированных педагогов, врачей, полицейских и других работников, необходимых региону. В настоящее время подписаны меморандумы с акиматами Шымкента, Актюбинской, Алматинской, Павлодарской и Североказахстанской областей. Казахстан
Казахстан занял 59-е место в рейтинге конкурентоспособных экономик мира, уступив Индии. Согласно данным Всемирного экономического форума, лучший показатель у страны – это макроэкономическая стабильность – 80 баллов из 100. 71 балл – здравоохранение, по 67 – инфраструктура и образование. Наиболее низкая оценка дана инновационной возможности государства – 32 балла. Финансовая система оценена на 52 балла. Россия расположилась на 43-м месте, Кыргызстан оказался на 97-й строке. В тройке лидеров – США, Сингапур и Германия. В конце списка оказались Чад, Йемен и Гаити. И в завершении выпуска информация с казахстанской фондовой биржи. По итогам последних торгов национальная валюта укрепилась на 4 тенге 46 тиен. Официальный курс составляет 361 тенге 86 тиен. В обменниках американский доллар можно приобрести в среднем за 363 тенге. К этой минуте у меня вся информация. Арыстан, передаю слово вам. Гульнара Хасан этим утром была с нами с деловыми новостями.